Совсем скоро в дальневосточной столице состоится одно из главных спортивных событий года – первые зимние международные спортивные игры «Дети Приморья». Подготовка владивостокских фигуристов сейчас в самом разгаре. Ребята тренируются в усиленном режиме, накатывают новые элементы, работают с хореографами и наставниками. Владивосток на играх будут представлять две фигуристки – Дарина Маслова и Елизавета Полищук. Девочки уже имеют успешный опыт во всероссийских и в международных соревнованиях. У нас две программы – одна короткая, другая произвольная. В короткой программе я буду катать шумасгол. Это будет называться «Шоу будет продолжаться». А произвольную программу я буду катать девушку, которая любила парня своего, но, к сожалению, он умер. Я буду катать короткую произвольную программу. В одной программе я катаю как бы картину, которая оживает, а в другой у меня идет программа, где случилось землетрясение. Напомним, первые зимние международные спортивные игры «Дети Приморья» пройдут по инициативе губернатора края Олега Кожемяка с 18 по 23 февраля. В соревнованиях примут участие спортсмены из муниципальных образований региона, субъектов России, Белоруссии, Китая и других государств. Евгения Брыкина, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.